Утро, Карачаево-Черкесии, приветствуют вас. Сегодня 6 июня. Синоптики обещают в отдельных районах сильный дождь, в Черкеске без осадков. Сегодня в России Пушкинский день. День особый, 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Волшебный мир пушкинских сказок навсегда стал для нас близким и родным. Пушкин для всех нас не просто поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. Он словно связующая нить для людей разных поколений, и все они знают многие его произведения наизусть. И сегодня, продолжая традицию, команда «Вестей» вновь вспомнит произведение Александра Пушкина. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Взгляни на милую, когда свое чело она пред зеркалом цветами окружает. Играет локоном, и верное стекло, улыбку, хитрый взор и гордость отражает. Моя любовь, моя отрада, сторонка тихая моя, и роща зеленая прохлада, и речки светлая струя. Тебе одной я преклоняюсь, с тобой вместе слезы лью. Я ни на что не променяю красу неброскую твою. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать. Прошли восторги и печали, и легковерные мечты. Но вот опять затрепетали пред мощной властью красоты. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас от них времен минувших небылицы в часы досугов золотых. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, на что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать. Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво, право, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился. И царица у окна села ждать его одна. Ждет, пождет с утра до ночи, смотрит в поле и до очи. Разболелись глядячи с белой зори до ночи. Не видать милого друга, только видит, вьется вьюга. Снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самую ночь Бог дает царице дочь. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу ей бегут. И руки тянутся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна, и молчаливо, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. 9 часов. Смотрите «Вести» на абазинском языке. Всем хорошего дня и встретимся завтра.